Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Улица в прицеле. В селе Высокое Рыбновского района один из местных жителей полицейских встретил огнем из охотничьего ружья. Новый октябрь. В мэрии презентовали план реновации культурно-досугового центра. Полвека на дорогах. Движение ЮИД теперь одно из самых массовых в стране. Начнем с чрезвычайного происшествия в Рыбновском районе. В селе Высокое средь бела дня прозвучали выстрелы, как потом оказалось, оборвавшие жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дом, где заперся стрелок, пришлось штурмовать спецназу Росгвардии. В итоге шутера задержали и передали сотрудникам полиции. Днем 6 декабря в соцсетях появилось сообщение, что в Рыбновском районе силовиками перекрыта трасса Н5 в сторону Москвы. Появились первые свидетельства очевидцев, утверждающих, что в селе Высокое слышны выстрелы и даже идет бой. Оказалось, что в одном из домов действительно забаррикадировался стрелок, огонь он открыл во время визита правоохранителей из Вологодской области. В результате один из стражей порядка, по данным региональных СМИ, старший лейтенант Максим Розанов, получил смертельное ранение. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР и ОМОН, управление Росгвардии по Рязанской области. В ходе штурма спецназ Росгвардии пресек противоправную деятельность стрелка и передал его сотрудникам полиции. Следователи и криминалисты Следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для производства неотложных следственных действий. Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Нападавший доставлен в медицинское учреждение. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем Рязанского следственного управления Владимиром Никешкиным. На данный момент известно, что стрелявший в вологодских полицейских сам родом оттуда. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, предварительно мужчину зовут Александр Глебов, он 1976 года рождения, многодетный отец, примерный семьянин, а еще заядлый охотник, был в непростых отношениях с первой женой. Они никак не могли поделить имущество и даже, что называется, выносили ссор из избы на Первый канал в программу «Мужское и женское». Поводом для нынешнего визита вологодских оперативников послужило заявление бывшей супруги, которое обвинила стрелка в подделке документов из Росреестра. ЧП поселкового масштаба стало межрегиональным. При производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор области Коденев Дмитрий Владиславович, которым ход и результаты расследования уголовного дела будут взяты на контроль. Сейчас стрелок отправлен в одну из рязанских больниц. Мужчине, скорее всего, проведут психиатрическую экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Пока же по факту убийства полицейского возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. И еще одна новость с пометкой «Чрезвычайное происшествие». Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Рязанской области, сегодня на полигоне в Дубровичах во время стрельб произошел взрыв. Один росгвардеец погиб, двое получили ранения. Следователи и криминалисты уже на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Партнер программы «День города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Морепродукты из Дальнего Востока возле торгового центра «Круиз». В Рязани отреставрируют кинотеатр «Октябрь». Сегодня мэр города Виталий Артемов представил концепцию реновации культурного центра. Основная идея – не просто сохранение действующих функций, а их расширение. Реконструкция, она позволит расширить и ту функцию, которая сегодня есть, да, расширить количество кружков, количество объединений, но в том числе еще предоставить возможность для того, чтобы люди могли свободно общаться. То есть запрос у горожан на площадку для общения. Для общения. Поэтому коворкинги, выставочное пространство, для того, чтобы ты мог прийти со своим проектом, со своей инициативой. Задача перед командой стояла простая – переосмыслить старую концепцию с учетом новых тенденций. Пусть «Октябрь» и известен как культурно-досуговый центр, у рязанцев уже закрепилось словосочетание «кинотеатр «Октябрь». Потому архитекторы, которые над проектом работали, эту важную часть тоже сохранили. Ведь «Октябрь» – одно из немногих оставшихся в России мест, которое может показывать фильмы на пленке. Опцию эту обещают сохранить. Здание кинотеатра является ярким примером советского модернизма, и примечательно то, что данной концепции сохраняется архитектурный облик здания с учетом современных строительных материалов.
Стоит отметить, что продемонстрирован хороший пример приспособления с созданием новой современной молодежной функции и нового формата. О реконструкции «Октября» заговорили в начале этого года после поручения губернатора Рязанской области Павла Малкова. Концепция заинтересовала команду «Архитекторы РФ». Это ребята из разных городов, которые честно признались, что их впечатлило здание советской эпохи. Они провели большой опрос горожан. В нем приняло участие около 2000 человек. И, надо сказать, больше практически половина от участников этого опроса – это как раз-таки стейкхолдеры. Основные стейкхолдеры – это жители Октябрьского района. И если вы посмотрите на диаграмму, то результатом опроса стало то, что горожане, 85%, подавляющее число горожан, они предпочитают приводить свой досуг с семьей. Тезис этот лег в основу всей концепции. Команда выявила те блоки, которые интересны горожанам. Кинотеатр, площадка для воркшопа, коворкинга. В общем, появится настоящий культурно-досуговый центр. Кстати, речь идет не только о реставрации «Октября». Территорию вокруг тоже обещают сделать частью досуга. Уже принято решение сделать открытые пространства для прогулок и общения. То есть самый настоящий парк. Разрабатывать проектно-сметную документацию будут весь следующий год. На проект потратят 10 миллионов рублей. А заявку подадут после принятия городского бюджета. После повышения ключевой ставки банки стали предлагать более привлекательные условия по вкладам. В итоге на начало октября жители Рязанской области хранили в банках больше 220 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла почти на 20%. Об этом сообщает Банк России. Потребители традиционно предпочитают хранить средства в национальной валюте. На долю рублевых депозитов пришлось 96% всех вкладов. Рост ставок позволяет сгладить последствия инфляции для граждан. Кроме того, это удобный и безопасный инструмент сбережения. Вклады до 1,5 миллиона рублей застрахованы государством. В этом году движению ЮИД, юных инспекторов дорожного движения, 50 лет. Сегодня это движение претендует на звание одного из самых массовых. Наша съемочная группа поговорила с ребятами команды «Стоп» из 75-й школы. Ребята хорошо проявили себя на одном из городских конкурсов госавтоинспекции. Софья Каменева в ЮИДе уже 2 года. Получилось, как говорится, с корабля на бал. Пришла в самый разгар подготовки к ежегодному конкурсу «Безопасное колесо». Нам давали разные билеты, мы их проходили, нам что-то объясняли. Та же самая практика на велосипедах. Мы тоже вот на заднем дворе тренировались. Ну, в итоге все вчетвером пошли на конкурс. Готовиться пришлось в спешке. Полдня изучала билеты, потом практика на велосипеде. Ребята из команды, говорят, активно помогали друг другу. Может, благодаря такой взаимопомощи и удалось добиться высокого результата. Команда ЮИД из 75-й школы заняла 1-е место на городском конкурсе «Безопасное колесо». После отправились на конкурс областной. Там, говорят, свои правки внесла погода. Только 2-е. Думаю, помешала наша небольшая несобранность. И немного помешало, думаю, то, что мы были в новом месте, и мы там были первый раз. В этом году движению юных инспекторов дорожного движения 1/2 века. Но задачи все те же, что и у ребят из далекого 73-го. Познакомить мальчишек и девчонок с правилами дорожного движения, обучить их навыкам пропаганды важности соблюдения ПДД на дороге среди ровесников и дошкольников, а также родителей. Это, кстати, у ребят получается. Даже вот когда с мамой еду на машине, вот та же самая игра. Она мне показывает любой знак, я ей сразу отвечаю. С друзьями, когда ходим гулять, тоже где-нибудь в неположенном месте могут перейти, что-то не увидит, я всегда подсказываю. В Рязанской области ребята активно изучают правила дорожного движения, участвуют в совместных акциях с госавтоинспекцией, помогают школьникам из младших классов, в общем, участвуют в просветительских мероприятиях. Да и сами меняются, попадая в ЮИД. Узнают что-то новое там, где и сами не ожидали. Например, в правилах про те же фликеры, световозвращающие элементы. Например, носить фликеры для меня казалось странным, потому что это было только летом. То есть летом это было реально странно, потому что солнце светит фактически очень долго, оно светит, и смысла нет. Но зимой я осознал, что зимой это очень нужные элементы на одежде, и их использование может даже спасти жизнь. Далеко не всегда, однако, ребята из ЮИД связывают свою жизнь с госавтоинспекцией. Тем не менее, само движение юных инспекторов дорожного движения возлагает на себя миссию не просто научить ребят ПДД, сколько воспитать законопослушного человека.
Ежегодное студенческое мероприятие «День 1С карьера» – это возможность для студентов IT-специальностей рязанских вузов познакомиться с компаниями-партнерами фирмы 1С и построить свою профессиональную траекторию развития в сфере 1С-программирования. Мероприятие призвано помочь студентам узнать о возможностях участия в студенческих конкурсах и соревнованиях, о возможностях стажировки в компаниях-партнерах 1С и заблаговременно адаптироваться к рынку труда. О работе в IT-отрасли в целом и по направлению 1С-программирования, в частности, студентам рассказал Сергей Корнишев, директор компании «Промавтоматика», и пригласил их к участию в ежегодных студенческих соревнованиях, конкурсе выпускных квалификационных работ и дал старт к образовательному блоку, в рамках которого были проведены мастер-классы «Разработка мобильного приложения на платформе 1С», «Интеграция 1С и Telegram» и «Аналитик 1С. Как войти в IT без опыта работы». Компания «Промавтоматика» на протяжении многих лет проводит различные профориентационные мероприятия для студентов. И, безусловно, День 1С карьеры – это наше главное стартовое мероприятие на каждый новый учебный год. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие было полезно для тех студентов, которые приняли участие. Надеюсь, что на мастер-классах они получили для себя новые навыки, новые компетенции, узнали о нюансах работы специалистов в направлении 1С, программирования. И очень надеюсь, что данное мероприятие послужит отправной точкой в их профессиональном и карьерном развитии. Во время всего мероприятия для студентов Рязанского радиотехнического университета имени Уткина и Рязанского института филиала Московского политехнического университета работали интерактивные зоны, где каждый мог принять участие и получить купоны на розыгрыш подарков от 1С. Мероприятие призвано, проводимое компанией «Промавтоматикой», оно призвано познакомить студентов с продуктами компании 1С, с тем, чтобы они научились разрабатывать, программировать на 1С, чтобы они в дальнейшем участвовали в различных родах мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, проходили практику на базе данной организации, писали ВКР и в дальнейшем связали свою жизнь с профессией разработчика 1С. Многие наши студенты, которые закончили наш вуз, бакалавриат, магистратуру, они связали свою жизнь с профессией 1С-разработчика, и часть из них работают в компании «Промавтоматика», 1С сразу же и многих других компаниях, которые занимаются продвижением продуктов 1С. От себя можно выразить слова благодарности компании «Промавтоматика», поскольку все успехи наших студентов зависят не только от наших преподавателей, но и от наших партнеров, которым долгое время является компания «Промавтоматика». В конце мероприятия все студенты приняли участие в большой игре «Квиз» и получили призы за участие, а победители наградили вкусной пиццей. Компания «Промавтоматика» проводила олимпиаду, конкурс мобильных приложений. Вот, соответственно, после этого пошел к ним на летнюю производственную практику, и там меня уже позвали, пригласили на собеседование поработать там. Мне очень понравились сотрудники, соответственно, мои нынешние коллеги. После летней практики, после прохождения ее, я перешел на 4-й курс, сейчас обучаюсь, и, соответственно, работаю по совместительству, или как в компании «Промавтоматика», разработчиком 1С. Пишу свой диплом сейчас, И у меня рабочий проект и дипломный проект, соответственно, пересекаются. Компания «Промавтоматика» выражает огромную благодарность волонтерам РГРТУ за помощь, а всем студентам за участие в мероприятии. А помимо благодарности, дает возможность уже в студенческие годы заложить основу для уверенной, стабильной жизни с востребованной профессией. На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Цены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 4 по 9 декабря у входа в ТЦ «Круиз».